Итак, привет, дружище, высаживайся поудобнее. Ёлки-палки, стараюсь для вас. Пытаюсь, короче, выпускать по два видео в день, но что-то у меня сейчас не получается. Вот прямо сейчас, знаете, мое седалочное место в мыле полном, потому что нужно успеть выпустить это видео, опубликовать его, записать там все дела, потом съездить в магазин, кое-что важное купить и вернуться, и успеть запустить стрим к 8. К 8. Вот, а осталось 40 минут до этого. Короче, судя по всему, я не успею. Но если лайк поставишь, я буду благодарен. У нас сегодня роллинг. Нахожусь на аккаунте игрока под ником Гозал 326 тысяч силы. 61 тысяча самоцветов. А находится игрок в гильдии под названием... А, Кейкрафт, ёлки-палки. Кейкрафт, знакомая гильдия. Привет, 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 Кейкрафт. Кейкрафт. Кейкрафтовцам. Я не знаю, как правильно сказать. Кстати говоря, Майнкрафт сервер Кейкрафт будет жив. Будет жить, короче, если что. Вот, ждем. Все будет хорошо. Давай, ладно. Что у нас получается? Так, забор тут можно построить. Че по недостающим героям? Вот, вообще, че по донату? Донат есть, ну, как бы 31 тысяча. Это не донат. Вот, господи. Звонят левые номера сегодня, целый день. Предлагают... А, вот гудят. Вот гудят, наверное, хотят, чтобы я перезвонил. Короче, звонят левые номера целый день. Эти, знаете... Алло, здравствуйте. А у вас найдется пару минуток? Мы тут представляем компанию One Trade World Performance 2. Вот, хотелось бы с вами поговорить по поводу... финансовых бирж, вот, и вот ты их шлешь, короче, троллишь там, троллируешь, а сейчас они, походу, мне какой-то спам закидывают, или просто звонят с левых номеров, причем совсем-совсем левых, то есть даже не латвийских, и в надежде, что я, наверное, перезвоню. А когда ты сам на какой-то номер перезваниваешь, да, левый, непонятный, то, возможно, такая фигня, что у тебя за этот звонок возьмет и... отнимется какая-то кругленькая сумма. То есть, когда тебе звонят, с тебя деньги не могут снять, а когда ты куда-то звонишь, по идее, ты можешь неплохо так попасть. Ну вот, и мне что-то названивают. Надо блокировать эти номера, надо посмотреть вообще, как их блокировать. Ладно, это потом, друзья, у нас сегодня ролик, я вас так просто предупредил. Окей, что у нас получается? У нас получается, надо посмотреть, что у нас по ништякам. Вот тут еще какой-то, ёб твою мать, тут как бы ништяки всякие разные. Что по недостающим героям, а? Что по недостающим героям? Я что-то листаю, ничего не понимаю. Так, фанатик, мастер рун, Бигфут, Валентина, такое себе. Темный колдун, Леди Лео, механоид альфа, стрелок даже. Мисс Магия есть, мастер рун, стрелок, берсерк. Свалин, Асура, Махатма, Дед Мороз, серьезно, череп. Уже интересно, девки пляшут. Ладно, короче, давайте начинаем роллинг, потому что нету времени. Полетели. Блин, надо было вообще как-то это видео начинать, чтобы его там не монтировать. Рыцарь, фараон, Миша. Давай, не останавливаемся, летим дальше. Призрачный всадник. Седна, друзья. Так, кристаллический, королева змей, Дед Мороз, череп. Ну, там, типа, он даже вроде как недостающий был, Дракос. Ну, по сути, это, скорее всего, даже накопленные самоцветы. Укротитель, Триант. Летим дальше. Повелитель бури. Укротитель. Давай там мастер рун выпади, и нормально будет, я буду счастлив. Ангел, давай наемный убийца, хранитель. Снова падает бульдозер, Дракос. Что-то мне жарко. Что-то я начинаю потеть. Это плохо. Палач. Тритон, ледяной, кристаллический эктоплазм, королева гарпий, оборотень, ну и что у нас, князь тыква, триант, медуза, бугимен, Влад Дракула, бог грома, шаман, гигант с холма, палач, ну такое себе, не останавливаемся, Дед Мороз, ну... Студент, инженер, Махатма, но она типа была недостающей. Ну, короче, все что-то как-то...
все что-то как-то не то падает, понимаете? Что-то как-то неинтересно. Оп-оп, землеройка, но она вроде была Фобос. Во, уже, уже, понимаешь, уже нормальные герои посыпались. Атлантикор, ну, может быть и нет. Так, что, что мы можем тут открыть? Ну, давай карточки пооткрываем. Там же у нас есть супердон карты. Их откроем, посмотрим, что оттуда выпадет. Я, кстати, вот не помню, что там из донатных героев. Я помню, что из донатных героев нету фанатика. А какие? А остальных что-то не помню. Ну, фанатика-то из карточек-то не выбьешь. Но вряд ли тут у него прям есть все донатные герои. Ну, не знаю, посмотрим. Кстати, нормально, хоть склад почищен. Что это у нас тут? О, восьмые, восьмые. Восьмые эмблемы падают. Давай дальше. Так, тут у нас что? Сундук гильдии. Окей. Так. Это что такое? Понятно. Так, тут что? Понятно. Ясно. Идем дальше. Не останавливаемся. Так. Ясно, понятно. Давай, тут что? Понятно. Так, летим. Нет, опа, опа, вот кому-то везет, а мне не везет, да? Маскировочка-то выпала, а? Какая хорошая-то, а? Маскировочка-то. Ёперный ты театр. Давай идем дальше. Идем дальше, друзья. А, ну это как бы это и так откроется. Мешок Прайм. Что у нас с мешка Прайм упадет? Я что-то зависаю, я начинаю думать о чем-то своем. И это плохо, извиняюсь, друзья. Извиняюсь. Так. Дальше. Что-то как-то эти ништяки, блин. Какие-то бесконечные. Ну, тут третья эмблема, да? Тут пятая, шестая. О, десятки. Давай десятый откроем. Два воодушевления. Ну, тоже могло быть получше. Так, это открываем. Есть. Дальше. Так. Во, у нас тут карточки. Ну-ка, что отсюда выпадет? Мастер Рун не выпало. А, подожди, отсюда и не должен Мастер Рун падать. Вот отсюда может Мастер Рун упасть. Выпадет? Нет, А, кстати, свален был недостающий, между прочим. Между прочим, говоря. Так, осколочки. Осколочки. Ну, вот это вот тоже херобора, конечно, полная. Так, тут Зефирикуса. 13 осколков дал, да, из 5 этих. Это что у нас такое? Типа а-ля... А-ля что? Не знаю, с чего это награды. Так, вот эту тоже откроем. Мисс Магия. Так. Славный сундук. Замечательно. И 5 карточек официального события. Давай, чтобы вот все 5 разных выпало. Вообще было бы классно. Ну-ка, давай. Ну, кровавая... Фото. Мэри выпала, Барт выпал. Вот как бы непонятно, они были или нет. А чё я не туда-то захожу-то, а? Вот сюда надо зайти. Так, давай там. Выбили недостающего. Мастер Рун, понятно, еще не выбили пока. Кровавая Мэри была. Кровавая Мэри была. Механоид Альфа, Стрелок. Даже Стрелка еще не выбили. А Леди Божество было. Слушай, а Барт тоже, походу, да? Что я его вообще не могу заметить. Значит, он где-то присутствует. Ну, Махатму, типа, выбили. Свалина. Барт был, короче, все эти герои были. Может, Дуэлянта не было, ну, как бы... Короче, чё-то не фартануло. Ладно, у нас еще 30 тысяч самоцветов должно фартануть, ёпта. Должно фартануть. А ты там княжеский лайк поставил? Вот, про пельмени покушать не забыл? Вот сколько в день выпускаю видосов, вот столько... И ещё и стримы. И ты должен кушать пельмени в этот момент, да, дружище? О, ниндзя. Асура, королева гарпий. Давай там, ёпта. Пепельная Матрона, но она вроде бы была. Ну вот что-то более-менее выпало, да, и как бы она была. Давай дальше. Кстати, эпики давно не падали. Эпики-то давно не падали. Вот в наше время эпики падали, а сейчас вот не падают. Суки такие, да? Афина. Афина, Бигфут.
типа недостающие Фрэнки, ворожей. Ну чё, ну давай там Берсерка. Ёпта, я уже вообще, я уже с ума схожу, у меня в голове полная каша, не понимаю, кто там достающий, кто недостающий. Но что-то мне мое правое полупопие подсказывает, Космо, что толком нормального-то я еще ничего не выбил, пацану. Вот это плохо. Атлантикор, а человек ждал. Человек ждал, надеялся, пытался. А я подвел! Я, походу, подвел. 3000 самоцветов остается. Ну давай, ёптую. Ну камон, ну что это такое-то? Короче, вот такая вот фигня. Ладно, всем пока.